Ну, что такое надгробие, да? Надгробие – это ведь не только мемориальные скульптуры, это не только мемориальный памятник, это еще и художественный памятник, это и образец камнерезного искусства мастера местного, это и дух времени тот, который несет надгробие, да? Это и тексты, которые он несет, это тоже ценная краеведческая информация. И вот сам музей, тот, который мы организовываем, который мы уже заложили, он сейчас пока из себя представляет что? Это в основном коллекция надгробий Никитского храма, которая сохранилась в большей мере. То есть около 80 надгробий, в основном это надгробия типа саркофаг, сохранились до нашего времени, и сейчас они представляют, пока сейчас они из себя представляют как раз-таки вот эту вот экспозицию. Но эта экспозиция, естественно, она будет не основная. Это все будет расширяться, дополняться, пополняться коллекция. И думаю, что в скором будущем, кроме саркофагов, у нас появятся и другие типы надгробий. В том числе не только белокаменных, но и гранитных, возможно, даже габродиабаскских.